Так, привет, ребята. Мы играем в игрушку «Машинка есть машинка», третья часть. Третья или вторая часть. Так, что мы выбрали? Что-то не смогли поднять. Ладно, поехали. Так, бомбочек у меня нету. Жалко. Ну, может быть, мы где-нибудь найдем бомбочку. Так, вот здесь перепрыгиваем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, блин. Так, вот бомбочка есть. На, взорвись, гад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я взорвался, да ё-моё. Так, нет, мне нужно сначала проиграть. Надо попробовать, вдруг я выиграю. Так, сейчас нажмем сначала. Поехали. Так, не будем ничего тут смотреть. Это все равно там ничего не получается у нас брать хорошее. Так, ускоритель, ускоритель. Я, короче, трачу ускоритель, мне нужно ускоритель оставить немножко. Нате, взорвитесь, я себе одну взорвал. Так, вот здесь я ускорился. Хорошо. О, смотри, какая у меня пасть. Ничего, я злой какой. Ух ты, куда-то я попал. Быстрее, 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 быстрее. Да. Смотри, какая у меня пасть мощная. Надо пасть прокачивать, вот что я хочу. Чтобы я мог их всех есть, этих машинок вредных. Так, опа, на тебя, коп. Ну, копы еще тут такие, еще по-божески такие, слабенькие. Я себе не представляю, что будет потом. А, дальше в игрушке этой. Так, этого тоже попробуем съесть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На, бомбочку, блин. Ах, вот не хватает мне бомбочек на всех есть. Так, о, нет-нет-нет, опять я взорвался и не доехал. Ну, так, ребята, играем в игрушку. Тачки. Попробуем. Поиграем. Я, наверное, думаю, громко будет. Меня вообще будет не слышно. Так, что у нас здесь? Игрушка, получается, такая, ты на машинке едешь. Ну и дальше, что, давай, давай, давай. Улучшай, быстрее едь. Да, скорость у нас не особо и большая. Так, тут главное ехать по дороге, иначе ты рискуешь потерять скорость, если на песочек. Так, понятно, увеличивай буст. А, насажала все мои бусты, что ли, я не понял. Тихо, 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 тихо. Так, вот, вот эти штуки нам надо собирать, коинсы. О! Так, а что у нас эта турбо перестала включаться, я не понял. Вот, финиш как раз. Есть. Одну звезду мы получили. Бусты тоже забираем. Дальше играем. Так, можно выбрать машинку. Тогда я хочу такую. Так, сингл, давайте сингл поиграем. Трасса, вот это пускай будет первая. Все, поехали. На беленькой будем ехать. Все, едем. Ну, ускорение. О, давай энергию возьмем. Так, грязь какая-то. О, да, ускорение, спасибо. Побольше возьмем ускорение. Ох ты, ё-моё, да, управление здесь, конечно, сложное. Нелёгкое. Так, давайте быстренько ускоримся. Так, энергия, энергия. Да, вот и финиш. А, у нас два круга получается. Сейчас тогда будем брать аккуратненько все, что лежит, плохо лежит. Так, все, ускорение включаем. Летим. О! Вот это скорость, вот это скорость. Нормально, давайте еще ускоримся. Так, а вот и финиш, ребята. Какой? Я приехал четвертый, да?
много чего я открыл, конечно. Дальше. Ага, можно выбрать еще одну трассу. Ну ладно. Так, давайте этого щелкнем сейчас. Ну да, попасть в него. Ох, да, понял я теперь. Понял я. Только появляется и сразу же щелкать его. Так, ну давай попробуем девчонкой пройти. А, проедатель тортов у нас. Стены мы будем проедать лучше. Может быть, пройдем. Стену-то. Ох, этот был. Червь. Да, а нет, это подожди, это еще не те мишки. Это еще только. Эти не как обычные. Пиньятка. Бочки. А, профукали мы бочек. Бочки профукали. Ну давай, давай, давай. Есть монетки. Нет. Помогите мне кто-нибудь. Алло. Перчаточка, пожалуйста. Так, ракетка вообще ни к силу, ни к городу она здесь появилась. А, две ракетки даже. Фига себе. Так, давай, монетки туда. Бомбочка, спасибо. Ну, еще одна бомбочка. Нет, мне нужно как-то... О, давай, ускоримся, ускоримся. Да, я даже в стену не мог пробить. Не получилось, не хватило у меня сил. Как-то так. Так, а что мы можем здесь купить? Удача, лакомства будут появляться чаще. А какие лакомства, я не понял. Ну давай лакомства откроем. Все, пошли дальше. О, блин, пропустил я его. Ну, у них, кстати, тоже сила там кончается. Сейчас я сейчас проверю. Кончается у них сила или нет? Так, ракетка. Гендальф. Раз, два, три. Сколько? 4000 монет? Мало. Так, а здесь? А, 2800. Тоже мало. Так, а ракетка денег не дает, интересно? О, вот, червь. Да, я не знаю, как тобой вообще руководить, червячок. Ладно, напишите мне в комментариях, как червяком управлять. Кто знает, кто играл в игру эту. О, Гендальф. Есть. Опять 4000. Спасибо. Вот, еще, смотри, там деньги валяются. Да, прорезает, смотри, зеленые желейные мишки. Смотри, зелененькие. Мы сюда, я даже не доходил сюда ни разу еще. Оп, оп, еще немножко. Давай эту перчатку. Я хочу перчатку взять, не получается. Появился новый катапультатор. Нифига себе, 3 катапультатора. Новый уровень. Офигеть. Эль Поло. Эль Поло? Эль Торо, может быть? Эль Торо. Да. Торо. Фиг его знает, короче. Как его там зовут? Ладненько. Давайте мы его откроем туда. Эль Торо. Угу. Тик. А где этот Эль Торо? А, типа он появился и все, он у нас будет. Как бы. А, давайте возьмем тогда знаток вкуса. Или лосьон. Не, давай это знаток вкуса купим. Все, поехали. Вот он, Эль Торо, смотри. Ого! Какой он молодец. Так, а что он, полет курицы? Коснись, удерживай, чтобы летать. О, летает на туре. Только не сильно далеко, конечно, летает, но... Тоже нормально. Офигенный, смотри. Чувак. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай, а ты как летаешь-то? Ой, стену пробивает хорошо. Раз, два, три.
Да, он не особо далеко летает, конечно. Либо его прокачивать надо как-то, чтобы он летал лучше. Ну, прикольный такой. Он типа курица, что ли, или что у него? Петушок какой-то. Бочки. Раз, два и три. Так, а чё он не летает больше? Ну, пробивая стену, да? Ах, чуть-чуть не хватило пробить стену. Ну, хотя бы нового героя открыли, то и то хорошо.